Добрый вечер, дамы и господа. Здравствуйте, дорогие телезрители и друзья романтики романса. Мы рады приветствовать вас на телеканале «Культура». Герои нашего сегодняшнего вечера – это два брата, два выдающихся баса, звезды отечественной и мировой оперной сцены. Они являются продолжателями славной творческой династии, два истинных богатыря, красавцы, которыми страна поистине может гордиться. И гордиться – это славные богатыри, а точнее батыры, жертвой обаяния которых стали миллионы поклонниц. И вы не исключение? И я совсем не исключение. Ну вот. Итак? Итак, Аскар и Ильдар Абдразаковы. Ну а сопровождать наш сегодняшний вечер будет Академический оркестр русских народных инструментов БГТРК имени Некрасова. Дирижер Андрей Шлячков. Итак, вечер сегодня начнет старший из братьев, прекраснейший герой оперного Олимпа, солист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков. Слышу звон.
звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег. А вокруг расстелился широко белый саваном искристый снег. А вокруг расстелился широко белым саваном искристый Оскар, дорогой, отрадно видеть, что вы, в отличие от иных оперных певцов, так великолепно знаете традицию исполнения романса. И я думаю, не ошибусь, если скажу, что вашим проводником в этот волшебный мир романса, как и вообще в мир оперы, была великая Ирина Константиновна Архипова.
Совершенно верно. А вы сами не собираетесь ли когда-нибудь заняться преподаванием, чтобы передать ваш огромный сценический опыт ученикам, как передала его вам Ирина Архипова? Наверное, да. Я могу сказать, что это кропотливый труд, это ежедневный труд, это не только талант, но и... Еще и здоровье? Ну, безусловно, без этого никуда это не деться. Это самое главное. Не уходи слишком далеко, потому что скоро мы тебя снова пригласим на сцену. Договорились. Ну, а сейчас, я думаю, самое время позвать уже младшего брата Ильдара Абдразакова, потому что его тоже открыла Ирина Константиновна Архипова спустя несколько лет на том же конкурсе «Глинки», где в свое время победил Оскар Абдразаков. И это было приятное открытие, и Ирина Константиновна гордилась этими братьями. Мы приглашаем на сцену обладателя премии «Грэмми», солиста Мариинского театра, народного артиста Башкортостана, народного артиста Татарстана Ильдара Абдразакова. Смертный бой от лунного света зардел небосклон. О, выдени сата, о, выдени сата, скорей на балкон. От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей раздаются серенады, раздается стук мечей. Много крови, много песней для прелестных льется дом. Я же той, кто всех прелестней, все, все, песни кровь мою отдам. От лунного света зардел небосклон. О, выдени сата, о, выдени сата, скорей на балкон.
всегда при мне. Ты песен Грузии, красавица при мне. Ты песен Грузии, Ильдар, вот если только перечислить те театры, на сцене которых вы уже блистали, то начинается легкое головокружение, потому что это и Нью-Йоркская Метрополитен-опера, и Парижская опера Басти, и Венская государственная опера, и Миланская Ла-Скала, и Сан-Франциско, и Мюнхен, и вообще Баварская опера. Думаю, проще назвать те театры, где я не пел. Где не пел, действительно. Это недоработка театров в данном случае. Ну, просто еще молодой. И как происходило вот это восхождение? Ведь мир не сразу пал к ногам. Ну и, конечно же, нет. Дело в том, что после окончания учебы в Институте искусств в Уфе меня приняли
в Башкирский государственный оперный театр, где я сделал свои первые шаги. Но после этого меня услышал Валерий Гергиев и пригласил уже в Мариинский театр, где состоялся мой дебют в 1998 году в роли Фигаро в опере «Свадьба Фигаро». Ну, после этого я уже поехал на конкурс в Италии, и после конкурса меня пригласили в «Ла Скала», и дальше уже... Двери открылись уже, да? Да. Эдуард, что привело вас к романсу, который вы так любите и прекрасно исполняете? Может быть, тоже Ирина Константиновна, царица оперной сцены и в том числе блестящая исполнительница романса? Безусловно, Ирина Константиновна показала этот путь, что такое романс. Она мне сразу сказала: Эльдар, романс — это не ария, романс — это не опера. Ты должен в двух минутах исполнить то, что певцы исполняют в одной арии. Но первое — это был, конечно же, мой брат Оскар. Дело в том, что я еще, когда учился в школе, он уже поступил в институт искусств. У вас 7 лет разницы? 7 лет разницы, да. И он ходил по квартире, пел романс. Да-да-да. Но это не отвратило вас? Нет, ни в коем случае, наоборот. Он же прекрасно пел, наоборот, послужил примером. Оскар, можно вас попросить на сцену? Оскар, Ильдар, насколько я знаю, любовь к песне именно вам привила ваша мама, которая присутствует в зале. Ну, честно говоря, с нее-то все и началось. Таскира Назимзямовна, давайте поприветствуем женщину, которая подарила нам таких замечательных сыновей, богатырей оперной сцены. Ну и вообще нужно сказать, что у вас же все-таки род музыкальный, правда? Вообще очень творческая семья, потому что мама художница, да. Папа кинорежиссер. Угу. А вот про родственников басов, теноров и баритонов разве что поведайте нам, потому что я не знаю, например. Но дело в том, что у папы был прекрасный баритон, а у дедушки был прекрасный тенор. И вы еще дедушку застали, слышали? Ну, только, я да. Только на записи я Ну, слышал. Ты на записи, а я слышал живьем. То есть вы росли в мире музыки уже просто, как говорится, от молодых ногтей? Я-то точно. Конечно, когда Оскар репетировал, да? Да, с утра вставал, меня будил. Ну что ж, теперь мы с Эльдаром покинем сцену. Теперь мы с Эльдаром покидаем сцену. Оскара оставим. Дает за нею и других.
нашли все блоки в ход. И самой королеве, и фрейлинам ее от блох не стало мочи, не стало и житья. И тронуть слабо боятся, не то, чтобы их бить. А мы, кто стал кусаться, тот час давай душить. Дорогой Оскар, мы все хорошо знаем, что ты ведешь замечательную программу, авторскую программу на радио «Орфей» «Гримерка». Вот хочется спросить, а брат твой, Ильдар, уже был на твоей программе или ему вы это знаете, сейчас предстоит? Вот это предстоит, наверное, сейчас. Мы сделаем такой маленький экспромт. В эфире
программа «Гримерка», и я ведущий программы Оскар Абдразаков. Сегодня у меня в гостях солист Мариинского театра, народный артист Башкортостана, народный артист Татарстана. Ильдар... Лауреат премии Грэмми, не забыл. Лауреат премии Грэмми. Надо же быть на страже. Ильдар Абдразаков. И первый вопрос. В какой семье вы родились? В твоей. Тяжело ли вам было со мной? Нет, не тяжело. Больше могу сказать, я тебя благодарю за то, что ты мне открыл дверь в будущее. Тем, чем я сейчас занимаюсь, это благодаря моему родному брату Оскару. Спасибо. Тебе спасибо. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И в заключение я хотел бы попросить тебя ответить по нашей традиции, ответить на блиц-опрос. Давай. Хорошо. Лето или зима? Весна. Семь цветов радуги. Твой любимый цвет? Вообще мне нравится голубой, но сейчас такое время, ты скажешь голубой, не так поймут. Может быть, ну... Короче. Ну? Красный. Ага. Блондинки или брюнетки? Да. Блондинки. Маша вовремя сделала выразительные глаза. Какие качества ты больше всего ценишь в людях? Честность и трудолюбие. Любимый город? Уфа. Ваше самое любимое занятие? Их у меня много. Но самое любимое занятие – игра в гольф. И последний вопрос. Что для вас счастье? Счастье. Счастье – это когда выходишь на сцену, и когда видишь вот улыбки зрителей. Счастье – когда мама в зале. Счастье – когда брат рядом. Вот это счастье. Ну, ваша программа, очевидно, гораздо короче нашей. Вот, поэтому в нашей программе еще будет замечательное продолжение. Мы продолжаем, и мы Оскара сейчас уведем с собой, а Ильдару опять придется продемонстрировать, насколько глубоко он постиг всю магию и прелесть русского романса. Oh,
моя звезда. Звезда любви, приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда прошедших лучших дней, ты будешь вечно незабвенная в душе измученной моей. Ты будешь вечно незабвенная в душе измученной моей. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори сия. Звезда. Дорогие наши гости, прежде чем вы вновь порадуете нас дуэтом, забегая вперед, скажу, хотелось бы задать несколько вопросов о том, как вы учились, о ваших педагогах. У нас был один педагог, и я... По счастливой случайности. Да. Знаете, когда я закончил среднюю школу, меня отец привел в Институт искусств. Тогда был ректором Института искусств Загир Гарипович Смагилов. Он композитор. И третий тур принимал именно он.
И сидели педагоги, и он говорит, тогда уже заведующий кафедрой сольного пения Мельше Галиевне Муртазиной, говорит, вот возьмешь ученика. И, конечно же, мне было очень приятно о том, что именно этот педагог и то, что я попал именно к ней, поскольку она выпустила замечательных певцов. А затем пришел Ильдар. Мы, конечно, я и Ильдар благодарны этому человеку, поскольку она сделала из нас музыкантов с большой буквы. Она воспитала нас. Ведь каждый из нас имеет свой характер. И когда бывает, что ты споришь, отстаиваешь свое мнение, но всегда в конце, так сказать, приходишь к одному знаменателю, всегда говоришь спасибо большое, Мельше Галиевна. Так вот, мы можем сказать, что, Мельше Галиевна, вам огромное спасибо. Спасибо. Я думаю, что и ваш педагог, и все зрители будут счастливы услышать в вашем исполнении один из басовых хитов, в котором так блистал в свое время сам великий Федор Иванович Шаляпин. Итак, «Вдоль по Питерской». Наследники шаляпинской славы. Ючечка, да ты, Петрушечка, поцелуй ты меня, кумадушечка. Ну, поцелуй, ну, поцелуй ты меня. Оперные певцы часто говорят, что голос растет вместе с человеком. Вначале он юн и некрепок, потом с каждым годом в нем проявляются все новые и новые краски.
И несмотря на то, что в нашей программе царит Его Величество романс, не стоит забывать, что в гостях у нас сегодня знаменитые оперные звезды. Вы слышите арию, в которой блистали все великие отечественные басы, и Шаляпин, и Петров, и Михайлов, и Эйзен. Да и не только отечественные басы, вообще это, можно сказать, хит, и сейчас его исполнят наши замечательные два богатыря. Introduce destramente le teste di cervelli, le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. Poco a poco, vuole già di loco loco, sembra il buono, la tempesta che ne sende la foresta, batti schiando, brontolando, e ti fa d'orror gelar. La pintra bocca scoppia, si propaga, si raddoppia, e produce l'esplosione, come un colpo di cannone. Come un colpo di cannone, un tremoto temporale, un tremoto temporale, un tremoto generale che fa l'aria rimbombare, un tremoto temporale, un tremoto temporale, un tremoto generale che fa l'aria rimbombare. Il meschino calunniato, vilito calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte a crepo. Meschino calunniato, avvilito calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar, si va a crepar.
Дорогие Оскар и Эльдар, трудно выразить словами, какую радость вы доставили сейчас нам, зрителям и телезрителям. Мы вам желаем от имени всех и дальше блистать на оперной сцене, мировой, утверждая еще больше музыкальную славу России. Желаем вам богатырского здоровья, желаем радости и счастья всем вашим близким и в первую очередь маме, счастливее которой, наверное, трудно себе представить. Ровно через неделю мы встречаемся с вами вновь в программе «Романтика романса» на телеканале «Культура». Thank you.